А вот в Алроса тем временем стартовал сбор вопросов на корпоративный форум «Хозактив-2022». Ежегодный форум компании пройдет в апреле. Руководство Алроса подведет итоги года и определит основные направления работы на текущий год. Вопросы на предстоящий форум можно направить на горячую линию «вопрос@alrosa.ru», а также анонимно по ссылке или QR-коду, либо через корпоративные группы в мессенджере WhatsApp и по номеру администратора группы. Не забудьте оставить ваши контактные данные, если вопрос касается вашей личной ситуации. Ответы на них вышлют на вашу электронную почту. Ответы же на самые важные и актуальные темы озвучат на итоговом форуме с участием генерального директора компании Сергея Иванова и главы Якутии Айсена Николаева в прямом эфире на YouTube-канале медиакомпании «Алмазный край».